Здравствуйте. Сегодня вы у меня на обследовании глазки, да? Значит, такой план тестирования немножко отличается от других. И многие тесты, возможно, вам будут новинкой. Хорошо. Итак, ручки чисты. Я начну просто с физической части. Прикоснусь здесь. Так, костюмы. Различные впадинки, трещинки в нашей глазовой раковине здесь. Эта часть у нас достаточно хрупкая и нежная. В этой области. Хорошо. Учтем. Так. Немножко вам посмотрю здесь челюсть. Так, сожмите зубы. Хорошо. Сейчас мне нужно будет, чтобы вы закрыли очень плотно глаза. Я попробую вам их открыть, но вы мне не давайтесь. Я проверю ваше давление. После того, как я прослушаю ваше сердцебиение немножко и легкие, мне нужно будет послушать ваши глаза. Я знаю, что это странно. Я вам сейчас объясню. Так. Готовы? Мне нужно будет, чтобы вы закрыли свои глаза. Я приложу стетоскоп к каждому глазику. Послушаю определенные звуки. Мы не хотим ничего слышать, конечно же, но может нас предупредить о потенциальных проблемах. Хорошо. Так, закрывайте глазки. Сейчас я
замерю дистанцию между вашими глазами, вашим носом и так далее. Хорошо. Таким аппаратом вы можете просто смотреть на меня. Окей. Найти здесь центр. Угу. Окей. Здесь подтяну. Симметрично проверили. Сейчас я вас попрошу посмотреть на мой нос. Да. Я буду показывать вам номера пальчиками. Пожалуйста, не отвлекайтесь, не смотрите на ручки, смотрите только на нос. Сколько пальчиков показываю? На нос. Сейчас я буду делать тестирование ваших глазок с помощью фонарика вот такого. Он немножко яркий, будет немножко ослеплять. Прошу прощения, я буду вас предупреждать, как только он будет приближаться ближе к вам. Договорились? Смотрите на меня. Так, фонарик приближается. Оп. Окей. Сейчас в сторону. Очень вас прошу, посмотрите на мою таблицу. Там, да? Вот, если можете, смотреть на букву Е. Букву И. Да? Видите, там. Английскими буквами, да, латынь, да, правильно. Ну, ничего. Так, продолжайте сюда смотреть. Я посмотрю сначала это. Приближается.
глубоко в классик. Так. Я знаю, немножко ослепляет, очень прошу прощения. Но это обязательно нужно посмотреть, чтобы узнать, если сделать в порядке. Каждый глазик по очереди по одному. Из этого я никак. Давайте сделаем другой глазик. Точно так же. Если вы можете посмотреть на... Сзади меня, да, хорошо. Так. Продолжайте моргать. Так, приближусь близко. Сейчас я потушу свет. Мы сделаем то же самое тестирование, только в полной темноте. Немножко ярче свет, хорошо. Привыкайте. Так. Само немножко ярко. Теперь так же.
сейчас мне нужно будет нежно поднять каждое ваше веко. В тот момент, когда вы будете на меня смотреть, хорошо, и я посвящу фонариком еще. Предупреждаю. Следите за моим пальцем, пожалуйста. Теперь с фонариком. Сверху вниз. Еще раз. Так, прекрасно. Сейчас я аккуратно начну включать везде свет поярче, чтобы ваши глазки начали опять привыкать. Ну что, привыкли? Сейчас я беру свой фонарик. Сейчас мы начнем с вами смотреть именно ваше зрение. Англоязычные буквы, но ничего страшного. Вы мне скажите, пожалуйста, это какая буква? Теперь по цифрам. Какая цифра? Здесь? Это? Хорошо. Я буду называть номер строчки. Вы мне говорите, какие буквы видите слева направо. Пока не прошу по-другому читать, хорошо? Так, смотрим. Строчку номер 3, пожалуйста. Слева направо. Так, хорошо. Номер 5. Замечательно. Пожалуйста, прикройте правый глаз. У меня есть ложечка, если хотите вот так. Можете просто рукой. Хорошо, еще раз. Пятая строчка. Только наоборот. С конца начала. Заодно алфавит повторите, да? Так, строчка 6. Строчка 6. Видите? Давайте. Слева направо, пожалуйста. Три. Далеко вы видите, какую последнюю примерно?
8. Правильно. Убирайте ручку. Теперь закрываем левый глаз. Ложечку одеть. Ручка. То же самое. Третья строчка. Задом наперед. Какая буква? Си. Вот. Прекрасно. Пятая строчка, пожалуйста. Задом наперед. Седьмую, видите? А восьмую? Хорошо, давайте седьмую. Слева направо. Замечательно. Неплохое, должна сказать. У меня мой есть комплектик линз. Сейчас мы с вами все протестируем. Очень низким рецептом. Мы сейчас с вами протестируем, какой вам нужен. Так, я буду подставлять вашему глазику. Будете мне говорить, лучше с линзой или без? С линзой или без? Потом будем смотреть. Один. Начну я здесь, потом, наверное, сзади вас встану. Сейчас посмотрю. Смотрим на таблицу снова. На строчку 5. Так, давайте. С линзой или без? С линзой или без? Один или два? Один или два? Один или два? Один или два? Начнем с этой стороны, да? Вам так удобно? Удобно так? Видно все, да? Могу подвинуть вашу голову сзади. Конечно, можете лечь подвинуться вот так. Продолжаем. Рецепт.
последнее еще одно. Так. Вот это последнее попробуем еще одно. Здесь я вам сделаю на втором классике тоже хорошо. Потом мы еще немножко попробуем еще. Так, этот класс у нас немножко получше. Это мы слегка сделаем полегче. Так, давайте. С линзой. Или два. Один. Два. Без линзы. Хорошо. Попробуем это тогда. Это должно немножко. Или два.
Один или два, да? Окей, один, два, один, два, один, два, один, два. Но нам нужно немножечко вместе посмотреть. Я вам немножко поверну, ко мне сюда, хорошо? Я думаю, что нам нужно сделать 1, 2 и 3, 4, хорошо? Вы мне скажете, какая у вас чуть-чуть видится, кажется, ладно? Потому что они очень близки. Но на самом деле большая разница. Так, хорошо. Смотрите на меня. Скажите мне, какой лучше. Так, один. Четыре. Один. Два. Три. Четыре. Хорошо. Так. Давайте мы сюда все расскажем. Ну, у меня очень хорошее уже представление о том, какой вам нужен рецепт. Сейчас я бы хотела вас познакомить с терапией фокусирования своего зрения. Это называется линия Брок. Располагаться напротив вашего носа. Достаточно близко. Так вот, принцип у нас такой, что мы пытаемся сфокусировать свое зрение на шариках. Так, затянули. Сантиметров 6 от вашего носа, чуть-чуть подальше зеленый, еще дальше желтый, еще дальше красный, синий, господи, самым далеким. Один. Принцип у нас такой. Вы должны смотреть на каждый шарик, фокусировать свое зрение.
увидеть две полосочки, два шнурка, входящих в одну бусину, в то время, когда вы смотрите на бусину, и две веревочки выходящих. Они должны совпадать именно в шарике. Так, давайте попробуем. Посмотрите, пожалуйста, на оранжевый. Мы можем регулировать длину, расстояние, добавляя как упражнение для глаз. Вы можете двигать бусину, смотря на нее. Можно делать боком, так же, как я сейчас, глядя стороны в сторону. То же самое с другой стороны. Интересно? Так, наша встреча сегодня с вами подходит к концу. Спасибо большое, что вы поучаствовали. Надеюсь, что вам все понравилось. Я заполню вашу карту медицинскую, и вы получите ее у нас в приемной.